Контора где? Ленинстрассе 3. Туда иди. Хреново встречаете. Работают все. А ты? А я вот музыку сторожу. К нам бригадиром ремонтников. Это хорошо. Будешь моей правой рукой. Я свою-то в 43-м потерял. У тебя сколько паровозов? Один. Эушка. Саркисян еще наездами, но он не наш, Лежневский. Я Эушку возьму. Какой возьму? Ты же. О, списан с машинистов. Не дашь паровоз, дальше поеду. А дальше некуда. Теперь контингент, можно сказать, предателя Родины. О как! После немецких лагерей и всякого такого прочего. Что он там у фашистов делал? Может, бомбы для Москвы? Так что ты один такой здесь. Какой? Победитель. А ты? А я власть. Воспитываю вона. Их еще до победы из Германии в край везти стали. Для исправления. Охрану не держим. Тут, конечно, не лагерь, но тоже строго не побегаешь. Камиш, ты мне бумагу подписал? Чего? Бумагу подписал на дом майор для Пашки. Чего орешь-то? Не Фомич, а гражданин Колыванов. Надоели со своими подписями. Да не гони ты! Пойди, правый! Постой! А вот, дай. Ой. Смотри, Макс приехал. Здрасте. Ну что, победитель, пойдешь ко мне правой рукой-то? Что ж ты сальник не набил, а? Машинист. Все, Степан, давай должность. Теперь я тут проверенный человек будет. Ну-ка. Держи. Окей. Кто старший? Товарищ Сталин! А у нас старший немцам в жопу лизал. Сука эстонская. Я сука литовская. Ветер в конторке тащи. Ну?
Фамилия? Буткус. А ты туда заглядывал? Ходовая ржадная. Буткус! Ну какой ты нахер мастер? Ich kenne diese Lok vom Anfang an. Und... Русский учи. Кончай работу. Шамаш, мужики. Оп, прокачаешь, догоняй. Остальное начальник. Что делает? Стоять! Кто мне начальник? Стоять, сказал! Куда разогнались? Пошли! Ты падаешь. Палец смотри. Голова кружится. Сознание теряешь. Падаешь после приступа. Ни хрена не видишь. Я все вижу. Контузии были. Две. Самогоном пахнет. Дезинфекция. Самогон везде нужен. В госпитале от боли морфин давали. Еще захотел. Если бы Гитлер 21 июня тяпнул бы самогончику хорошенько. Может, никакой войны бы и не было. Проснулся у себя в бункере весь в соплях. Увидел рядом бабу. И подумал, какая нахер война? Какие группы евреи? Вот тебе морфин. Закуской. Красносельских. Головина. Головина где? А мы думали, она у тебя залежала. Да убежал твоя Головина. Бежала. Всю тайгу уже сбегала. Пойди. К медведю пошла. Кавалеров-то мало, Фомич. Ой, гражданин Колыванов. Дождешься. Дождетесь у меня все. Скоро Фишман приедет. Вот он вам устроит веселую жизнь. Ефремов, ты что спишь там? Я.
Деменко! Горлова! Вот. Просил, принес. Липшиц! Самогонка еще есть. Пол бутылки. Андреева! А че, пол? Андреева! Ну, мало-мало выпил. Чего? О, немецкая, однако. А нормального котелка нет? На Ленинстрассе самое лучшее. Усова! Красивая у тебя кастрюлька. Цветочек. Че смотришь? Свиданку назначаешь? Не знаю. Меня мамка может не пустить. Кормушку куда? Папа, что Васяка пьет? Вот Софья дает. Вот и к нам пришла Красная Армия. Ну где же мама? Смешно, пойдем. Недавно мы тут не обустроились. А Пашка проснулся. Садись, проходи. Вот я его привязываю, чтобы не уполз куда не надо. Давай, просыпайся. Пашка-то вот говорить не хочет. Ходить научился. Кастрюльку-то ставь. Так, где тут у меня было? А вот, ой! Пашка болеет часто. Вот фельдшер дал для растирания. У меня же в поселке-то у одной дитё. Поэтому вот коптёрку дали. Пашка, ты чего? Иди сюда. Вот любит кусаться-то. Лучше бы говорить научился. Садись. Тебя как зовут-то? Игнат. Красивое имя. А меня Софи. Так хозяева звали. Я в работе жила недалеко от Поздама. Я же не лагерная. Видишь, номера-то нет. Вот оттуда и Пашка. На. Ешь, ешь. Любовь у меня там была. Ну, выпьем. А ты-то чё? Тяжело было? Под немцем-то? Уходи. Как ты вообще все это терпишь? Сначала паровоз, теперь он Софью твою. Считаю, что струсил. Смотри.
начальника, тогда будешь командовать. Какой брехно, он в кровати только спать умеет. Дай, опять. А ну, хватит завидовать. Хорош болтать. Поехали. Ждать надо, пока Лизневский пройдет. Переводи стрелку. Ты что, по встречке? По речке. Парочку, Саркисыч. Мои девушки так стараются. Так я покормлю тебя. Ну, как вы, мои красавицы. Совсем помешался со своими курями. Ой, помедленнее, не видишь, боится. Нельзя, знаешь, говорят, ты все у Степана подбирал. Жаль, единственный был машинист, кроме меня. А еще говорят, припадка у тебя, что списанный, говорят. Говорят, что курдая. Сделать.
ты понимаешь, что теперь тюрьма? Фишман приедет и тебя посадят. И за гонки, и за паровоз. Ты же фронтовик, опора. В стране, блядь, нехватка во всем. Голод, военное положение на транспорте, план. А чем мне предателей Родины кормить? Столько людей этот паровоз до ума доводил, а ты 60 километров по встречке дал. Давление превысил. Хорошо, хоть прыткой помощник не сварился. Давление не превышал. А чё же оно рвануло? Вредитель ты наш контуженный. 60 километров. 60. Без состава можно и 70. Что? Пробку ты крутанул? Может и я. Зачем паровоз-то ломать? Подошел бы сзади, да по темечку. Делов-то. Софья, тебе зачем? Трофей. Давай, ну, давай, давай! Остынь, кочегар. Угля подкинь. На-ка, выпей. На работе не пью. Как хочешь. Вовка редко угощает. Все продаю. Самогонка. Вещи туда-сюда. Вяленая рыба. Не берут. Паровоза, однако. Паровоза? Дорого. Чё ты сказал? Совсем сказать забыл. Там мертвый человек живет на острове. Совсем-совсем мертвый. Он у меня ружье украл. Спички! Соль воровал! Соль воровал, у меня спички воровал. Ты его опять убей! Там мост мало-мало сломанный. Подтолкни. Ага. Ледоход был совсем сломанный. Мост сломанный. Лампу возьми. Наш, я тут там табачку в левый карман положила. Ага. О, сломанный там. Кастрюльку свою забыл. Орден шапки сними, паскудник. На паровоз менял, по-честному все. Thank you.
Сука! Живой. Где твой Игнат-то? Вольный человек. Уехал. Приедет. Это он тебе сказал, приедет? Ох, бабы, бабы. Ты это меня за дуру-то не держи. Жизнь какая-то, да? У тебя бестолковая. Ну-ка, подсоби. Немец Степан. Кто победитель, с тем и любовь. А что, больше нормальных мужиков-то нет? А кто это у нас? Нормальный мужик-то. А ты не гляди, что я без руки-то. Твой-то герой сбежал. Ой. От всех убег. О как. Думает, ежели фронтовик, то ему все можно. Нет, шалишь. Ничего Фомич, тебе опять нельзя. Ты опять за свое, да? Нельзя. Вот погодь, погодь. Фишман приедет, он всю эту диверсию заберет. Это я тебе говорю. Я тебе за Игнат Колыванов. Рук твою последнюю отрублю. Слезай! Суки. И сюда добрались. Эй! 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 Э
Просушись. Сними. Да тряпьё свое сними. Контуженная. Арбайтер! Теперь подтапливаем. Lieber Ingenieur, für mich ist es eine große Ehre, Ihr Gehilfe zu sein, Herr Haneke. Ihre Brücke über den Rhein ist einfach großartig. Elsa will nämlich auch Ingenieurin werden. Obwohl ich sagen muss, dass es mir lieber ist, wenn sie singt. Und Sie werden sich ja mit Sicherheit langweilen, Fräulein Elsa. Ich werde meinem Vater helfen. Ihrem Vater zu Ehren wurde die Hauptstraße der Siedlung in Leninstraße umbenannt. Mit Ihnen, Gustav, werden wir den Russen die Brücke bauen. Dann kehre ich mit Elsa nach Berlin zurück. Ты куда? Куда, куда? Туда! Ёлки считать! Was ist denn da los? Что он говорит? Passat пошел. Passat? Мы подождем. Passat? Was heißt das? Er hat hier etwas zu tun. Wie talentiert Sie sind, Gustav. Sie sind erst eine Woche hier, aber sprechen schon ganz gut Russisch. Подписан! Не дает! Скотина! Полситова! Корчинка! Гад! Гад! Саркисыч, беги! Беги, Саркисыч! Трогай! Трогай, тебе говорю! Рычаг снят! Трогай! Трогай!
Туда плыви! Веревку закрепишь! Давай, давай, ползи! Давай! Arbeiten! Und trocknen. Deine Sachen ausziehen und trocknen. Du sollst anzufangen. Schweinehund. Kommt hierher, breitet sich hier aus und nimmt sich, als wäre er hier zu Hause. Sich mittlerweile so viele Leute, wenn man Platz zum Gehen hat. Hier ist auch die Tiger und kein Rummelplatz. Vielleicht holt er uns hier raus. Старалась. Кто там?
Ну чего? Паш, давай. Одну ложечку съешь, а? А это ты, Степан? Давай. Паш, давай. Стёп, дай-ка кипяточку. Паш, ты чего? Ну чего ты капризничаешь-то? Давай, мой хороший. Одну ложечку, ты не ел ничего. Пашка, ну-ка давай лопай. Ну-ка. А то не покатаемся. Слышишь? С тобой. Ну давай одну, ну пожалуйста. Так, может, пожалуйста. Может, я останусь? Ты чё, Стёп, у меня же мужик есть. Давай, одну. Ну, Паш, ну пожалуйста. Я у тебя тоже вроде был. Ну был. Был да сплыл. На. Пей. Так, пей ещё. Ну и чем он лучше? В нем чертей больше. Du kannst doch jetzt nicht losfahren. Es ist noch viel zu früh. Der Gustav fährt um die Brücke, hält das niemals aus. Wir fliegen alle runter ins Wasser. Wenn der Gustav umkippt, dann ist alles aus. Bleib doch hier. Thank you.
Шагай. Последнее все. Данко. Разве немки такие бывают? Завтра сведу Колыванову, пусть разбирается. Нет картошки. Nein. Картошка. Ты куда? Да ты не хозяйничай тут. Kleine Ratte. Wenn du nicht aufhörst, mich zu beißen, dann kommt der große Bär und wird dich runterschlucken, ohne ein einziges Mal zu kauen. Hörst du mich? Баба! Смеется! Смотри, смеется! Да, баба! Скоро Пашка по-немецки заговорит. Да, и правда. Und er wird dann dich runterschlucken, ohne ein einziges Mal zu kauen. И что теперь с ней? Вот мой ее, я с одежкой подсоблю. И что? Чё? Помоги! Всякую дичь в край тащишь. Она по-русски-то понимает. Ты по-русски понимаешь? По-русски, Ферштейн? Ни хрена она не понимает. Куды? Дай сюда. Ты gehört nicht. Nicht. Das ist, die gehört Gustav. Дай! Das ist Куды nicht. Ты? Das ist nicht. Nein. Die gehört Gustav. Irgendwann kriege ich diese Tasche. Вкусный мед был. Может, ее в детдом какой сдать? Какой детдом? Ей поди лет 20. Смотри, головой за нее отвечаешь. Ей одежей помогаешь, а она мои меды бьет. Ничего. Скоро Фишман-то приедет. Он вас всех по детдомам рассадит. Он вас научит, Ферштейн. Что с тобой? Ну и что ты там с ней делал? Паровоз через речку тянул. Ее оттянул, а не паровоз, вот что. А ты дура? Что там тянуть-то? Слышь, иди-ка в бараке посиди. Пошла. Век. Фишману, привет! Немцы, где живут? Ленинградская 3. Ковалев, ты старший. Есть. Не виноваты. Это ледокол. Снос. Силы природы меня могли... Густав! Мы силы природы накажем. Держать строй! Это 41.
Я сказал, отправляй, давай! Ковалёв, иди в теплушку! Ко мне в состав! Давай, давай, пошёл! Освобождай путь! Чумазы! Кинуть надо. Не держит, не тянет совсем. Посмотреть надо. Слишком долго стоял. А что там смотреть? Машина дрянь. И 50 не потянет. Ну да. Если пробки не крутить, то и больше пойдет. А мне некогда чинить. Собрание сегодня. К зиме готовиться будем. Ну какое нахрен собрание? А? Посмотри, дядь Томас. Дело-то важное. Wo hat er dich jetzt geschlagen? Es gibt Gründe. Sag ihm, ich komme nicht mehr zurück, bis es sauber ist. Elsa! Hast du den ganzen Krieg in Tiger gelebt? Was für ein Krieg? Thank you.
Миша приперлась. И чего мне Игнат нашел, не представляю. Небось, для Гнашту его отмывается. Гнат! Ой, а Пашка родственников, что ли, нашел? Hast du den ewigen Bär noch nicht gefunden? Ну-ка, пошла отсюда. Geh weg. Паш, дай руку. Ich sag dir, geh weg. Verstanden? Ich werde gehen, wenn ich mich gewaschen habe. Вот, сучка. Сейчас, ок, ты снесу бы наварить. Я же сказал тебе. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Und lass Ignat in Ruhe. Was? Hast du gedacht, ich hier einfach so hopp weglaufe oder was? Dass ich Angst bekomme? Ich werde hier bleiben, solange es mir gefällt. Ist das klar? Матильда! Набрался уже. Налей! Горяченько! Супчика, закусить надо! Долго ехал, съели все! Уже все сожрали! Ты со супер гесом? Борис, не чурой свою есть. А я про тебя все знаю. Сойка. Хороша компания. Весело живут, сволочи. Скоро вам всем счастье будет! Ногти подергают. И тебе счастье будет. Но за очень дорого! Слышь, Мотя, давай на него твою псину натравим. Пусть она ему яйца отгрызет. Ты сам грызи. Карлуш не лагерная шапка, как некоторые. Ну кто хочет выпить за мой паровоз? Да пошел ты. На всех не хватит. С немка своей пей. Давай, Стёп, ставь ему. А, машинист. Пора разобраться, кто из нас быстрее. Машинист. Не угробил. Контуженный. И у Рейхстага я тебя что-то не видал. Трогай! Давай, вали! Ты что делаешь? Сука! Ты что делаешь, сволочь? Душно. Lass mich los! Tamili, was Tamili? Tamili! Tamili! Du bist ja betrunken! Они петь не захотели со мной. Обидно, когда свои не пьют. Они же свои, не вчера. Хер с ним не герой, но свои. А, до войны у меня все было. Цветы, бабы. Лучший в мире паровоз. Иосиф Сталин. Я на нем 163 километра, когда давление, правда, превысил. Сталин с рельсы сошел. У меня вот дырка в башке. Инвалид. 3 дня с врачом пил, чтобы на фронт взяли.
Надо было притопить тебя на острове. Эй! Ich hab dich noch nie lachen sehen. Das steht dir besser. Уже их язык-то. А ну-ка покажи папки. А ну-ка папки покажи, как ты. Да ты ешь, ешь, суп-то вкусный. А ты чё домой-то не пришёл? Работы много. До войны-то, небось, тоже всё работало. Как тебя жена только терпела? Некогда было жениться. Да тебе все вечно некогда. Ну все. Ты немки-то свои, хлеба возьми. Гнаш, люди-то издеваются. Говорят, со зверьком жить стал. Ты слушай больше. Режи мечи. Что Густав твой развалится. Не так. Дальше кидай. Дальше. Да не так. Дай покажу. Вот так. Берешь и туда. Здорово. Мне железо нужно. Листовое. Достанешь? М? Железо очень дорого. Медаль здесь. А подешевле? Ну что, думал, не пойму, кто в меня стрелял. Ружье-то у тебя одного в порядке. Кто еще был? Матильда был. Борька был. Головина был. Бочаров был. Еще были. Фельдшер напился, опоздал. Вовка мертвого человека стрелял. Мертвый. Он...
никак не дырявится. Не может девочка 4 года жить провоза. Ты сердце ее послушай. У живого человека сердце стучать должно. Дурак ты, Вовка. Я мертвых видел. Сесть! Встать! Работаем, Головина! Сесть! Встать! Встать, Бочаров! Сесть! Встать! 73! 74! 75! Веселейте, Терек! Ну, чё ты присел? Встать! Сесть! Вы меня ещё не разозлили. Сесть! Встать! Сидеть! Понял, отдыхай. Карлуша! Мальчик мой! Карлуша! Совсем сбилась. Карлуша! Фельдшер мазь дал. Медвежьем сале. Терпи. Вот так. Хорошо, что камнем, а не пулей. Wie der Soldat auf dem Plakat. Лежи смирно. Вот так. Вот так. Вот так. 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 Ну-ка. Стучит. Что делают, а? Вот суки! Нехорошо, Вовка. Воровать нехорошо. Что за херня? Что, и ночью командовать охота? Не лезь! Ты посмотри, что делают, а? Но мы разберемся. Разберетесь. Сука. Что ты за мужик такой, а? Бабу твою приседают, крышу посреди ночи свистнули, он разберется. Ты куда? Туда. Ну и катись. Сам катись. Сволочи. Вот сволочи. Ничего! Мы разберемся! Ты что, не понимаешь, что ты с Непкой с этой супротив всех прешь? Да не толпи! Не зыркай так!
Зачем крышу снял? Ну-ка, давай, забирай листы. Крышу снял, эх ты! Вторую руку не жалко? Яйца не почешешь. Людям хлеб нужен, а не на рожу твою упертую глядеть. Ясно? Куда? Портфель! Завтра же отвезешь ее на узловую станцию и сдашь под расписку. Это приказ. Уезжай отсюда. По-хорошему, уезжай. Когда за железо заплатишь? Что, другого железа не было? В тайге леса много, а железа мало. Хорошая. Платье и туфли достань. Так. По факту порчи народного добра, укрывательство немки. Москва. Москва. Эй. Товарищу Сталину. Сволота. Ни хрена не получается, товарищ Сталин. Вела машину. Водить научился. Баб ласкать научился. Могу людьми руководить. Написать левой рукой не могу, товарищ Сталин. Бежать тебе надо. Голованов не отступит. Фишману сдаст. Понимаешь, Немчура? Иди сюда. Держи. Kommen die denn hier? Nicht sprechen. Warum nicht? С людьми не разговаривай. За ним и сойдешь. А у нас... Убогих не обижают. Держи. Das ist mein Kleid. Я тебе говорю, nicht sprechen. Das ist mein Kleid. Wo hast du es gefunden? Да не шпрехай ты. Verstehen? Dann zieh es an. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schlagerfall. Vorwärts die Rasse tragen. Ни хрена не поняла. Гнаша! Kommt euch an, wie ich aussehe! Контужены. Уезжаешь? Мне здесь хорошо. Кастрюльку-то забери. Влюбился.
у тебя с немцем любовь была. До Иркутска доедем. Паспорта сделаем. У меня адресок есть. Ты знаешь, Степ, а я ведь детей иметь не могу. Мне 16 было. Свинарник для своего детдома строили. Зима, холодно, операция была, застудилась. Свиней так и не привезли. А Пашка? Пашка? Пашка трофей. Пашка, цел? Цел. Вроде цел. Спит, не проснулся даже. Сама-то как? Да ничего, плечом приложилась. Что, живой? Нет. Убил все-таки. Значит, на свет вышел. Вон дырок-то в башке сколько. Вечный. Уже не вечный. Нашим его неделю жрать. Ты что? Жилкин сказал, его трогать нельзя. А то рухнет все. Зачем тебе уезжать? Зачем? Тебя арестуют и в лагерь, и Пашку отберут. А Игнат, может, вернется. Немка против тебя не баба. Пусти. Как я и без тебя? Никого из вас не съел. Борь, помоги, что ли? Кингичи есть нельзя.
Он отомстит. Хороший медведь. Капут будет. А чего ешь-то? Что ж ты его жрешь? Вкусно. Ну дай-ка сюда. Дай. Готово! Готово. Давай, давай, папа. Медведь. Ты ко мне прицепись! Колонь, жрачки, дыхера! Спокойно, всем хватит! Сами нельзя, да? Давай, за Степку! Вот же давай, не жадничай! Вкусный! Я с фронта не ел! Да давай, наливай! Ой, мне близко! Давай! Пусть ты давай, Леса, давай. Ты куда, Леса? А? Сапуска. Говорили, вечный медведь. Ты чё там? Густав. Ich schreib Густав, ich hab sie so genannt. Ты чё, сдурела? Was machst du denn? Я тебе дам, Густав. Густав. Вот дура. Еще бы фашистский крест нарисовала. Thank you.
Du bist schon vor langer Zeit im Traum erschienen. Dein Name war zwar Gustav, und du warst blond und viel dünner, aber du warst es, jetzt weiß ich das. Und du hast gelächelt, wie der Soldat auf dem Plakat. Ордена машинисту верни. Откуда знаешь? Я все знаю. Зачем про немку скрывал? Она у тебя 4 года под носом вертелась. Я сам хотел ее убить. Но немка юркий, и машинист ее защищал. Я думал, утопла она. Налей. Утопла. А про немца почему молчал? Какого немца? Херово встречаете. Колыванов! Херово встречаете, сволота. Ну что,
Родину всю пропили или только до Урала? Паровозы ломаете, немцев плодите, вредители. Вас не карают. Товарищ Сталин жалеет вас, прячет от справедливого народного гнева, чтобы народ вас, гадов, на куски не разорвал. А гнев этот ни границ, ни срока давности не имеет. Он добрый, товарищ Сталин. У него сердце за всех болит, даже за вас, врагов народа. А я не добрый. Только Фишман для вас страх. Фишман приедет. А не приедет, куда вы денетесь? Свободу почуяли? А может, кто не верит? Думает, что его по ошибке здесь держат. На вольном поселении. А лагерь недалеко. Ну, кто пайку захотел? Два шага вперед. Стоять. Стоять. Держать строй. Поехал чистить, товарищ майор. Вагон отцеплять! Сбивай замок! Колыванов, уводи народ! А ну, по баракам! Открывайте пушку! Распустил ты их, Колыванов! Расходимся! Пашка! Расходимся. Ну, сынок, давай, открывай! Бегу давай! Пашка! Отошли от них пушки! Пашка, сынок, не бойся! Открывай давай! Куда? Стоять! Правый, давай! Стой. Назад! Убери пистолет, майор! Назад, я сказал! Теплушку захотела. Пашка! Ты куда лезешь? Сынок, я сейчас! Замок не дрожь! Ты куда, сука? Пашка! Дура! Ну? Кто еще хочет за фашистенка заступиться? Трогай, Саркисян. Женщину зачем? Подстилку немецкую. Куда? Сам езжай. Доеду. Фельдшер уже близко. Меня еще никто на руках не носил. Сейчас, сейчас. Сейчас, потерпи. Сейчас, сейчас. Забрали, чего?
Разозлил ты меня, сержант! Ну все, до суда не доживешь. Выходи! Выходи, сука!
Видал? Семьдесят пять. Ровно. А ты говорил, 50 не сделает. Рекорд. Вот так, бля. Освобождал! Он всю войну до самого Берлина! Два ранения! Все кишки в осколках! Ты что орешь? Ты кто? Я? Коливанов я. Очухался. Голова кружится. Сознание теряешь? Контузии были? Были. Теперь на одну больше. А что тут случилось? А что помнишь? Коливанов, не ехать надо. У меня дочка Настюха болеет. Не ехать надо! Вали давай. Катись. Тише отсюда. Еще один инвалид. Руль равнее. Крути давай! Крути педали! Пока не дали! Серова встречаете! Давай, майор, давай! Крути, крути педали! Дочка, наверное, торопится. Погибла она. В 43-м похоронку получил. Совсем девчонкой была. Давай, крути! Первым идет! Сибири больше года. Только в Ташетье человека нашли. Он нам документы справил. Игнат в депо устроился мастером. Я ему троих родила. Мальчика и двух девочек. Пашка у нас в хоре поет, а я с ним пою только дома. На людях мне говорить и петь нельзя. Игнат всем сказал, что я не моя. А у нас убогих не обижают. Ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе чужой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком чужая ты мне не нужна. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком буду
тебе женой. Там в краю далеком буду тебе женой.